Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова магазин «Горные вершины». И сегодня я расскажу вам о креплениях для беговых лыж. Какие бывают крепления, какие бывают системы современных креплений, чем они отличаются между собой. Значит, на рынке сегодня представлены три системы крепления. Система SNS, система SNS Pilot и система NNN. Чем они отличаются? Система SNS от известной всем фирмы Salomon отличается одной направляющей и одной точкой крепления ватинка. Система представлена на рынке больше 20 лет, даже практически 30 лет, и всемирно известна, не нуждается в представлении. Система SNS Pilot более усовершенствованная, также от фирмы Salomon, с одной направляющей и двумя точками крепления ботинок. Также пружины вместо флексора. И система NNN от норвежской фирмы Rotefeller с двумя направляющими, флексором на коньковых креплениях, два флексора и одной точкой крепления ботинка. Все крепления производятся двумя фирмами: Salomon либо Rotefeller, под разными марками, допустим, Atomic или Fisher. Те же самые Salomon и Rotefeller. Чем они отличаются? Крепления бывают как механические, так и автоматические. Сейчас я держу в руках крепление с автоматической системой. То есть защелкивается оно без участия рук. Щелк. Все, ботинок у нас надежно зафиксирован. Открывается нажатием палки или руки на кнопочку. Все. Ботинок мы отстегнули. Чем это удобно? Удобно тем, что не нужно нагибаться. Соответственно, только этим. Автоматическая система и комплектуется крепления только любительские. В данном случае она у нас представлена системой SNS и SNS Pilot. Такая же автоматическая система, только под пилот. Ботинок защелкивается также автоматически. Готово. Второй механизм застегивания креплений ручной. То есть крепление как открывается вручную. Допустим, здесь, здесь и здесь. Также вручную оно и закрывается. Ручным механизмом снабжены крепления более высокого класса, гоночные крепления. Так как такой механизм более надежен и исключает возможность случайного выстегивания на высокой скорости, что чревато падением и травмами. Чем еще отличаются крепления системы SNS, SNS Pilot и Rotefeller? Крепление системы SNS устанавливается на шурупы. То есть лыжа нуждается в обязательном сверлении по специальному кондуктору. Не снабжена никакими пластинами, никакими адаптерами, то есть крепление устанавливается только на шурупы. Это достаточно надежно, но минус такой системы в том, что крепление можно поставить только один раз. И одной системы, именно SNS. И устанавливать потом последующие крепления, если мало что-то случится, в эти же отверстия, что не очень хорошо для лыж. Крепление фирмы Rotefeller NNN устанавливается на платформу, которая сокращенно называется аббревиатурой NIS. Расшифровывается как Nordic Integrated System. То есть на заводе клеивается вот такая платформа, на которую крепление потом устанавливается.
просто защелкивается с двух сторон. С одной стороны передняя часть, с другой стороны пяточкой. Выглядит все это в сборе вот так. Система NIS позволяет устанавливать крепление быстро, без инструментов и специальных навыков. А также позволяет изменять положение крепления относительно центра тяжести. При помощи специального ключа сдвигая их либо вперед, либо назад, ну, в зависимости от ваших потребностей. Еще одна вещь, которую можно в последнее время увидеть, особенно лыжников высокого уровня, это вот такой спейсер или клин. Он бывает для системы NIS, устанавливается под крепление на платформу NIS защелкиванием, либо под СНС, под Соломон, устанавливается под крепление на шурупы. То есть сначала сверлится отверстие, ставится платформа, сверху крепление, и все это приделывается шурупами. Для чего это нужно? Этот клин приподнимает переднюю часть ботинка. То есть можно видеть, что он клиновидной формы. Соответственно, после его установки передняя часть крепления будет поднята. Это нужно для того, чтобы усилить отталкивание. То есть отталкивание получается более акцентированным. Контакт более длинным и позволяет загрузить пятку ботинка также дополнительно для максимальной устойчивости, максимально мощного отталкивания. Нужно это в первую очередь гонщикам и продвинутым спортсменам. Но опять же тут нужно оговориться, что кому как. То есть каждый для себя решает, нужно ему это или нет. Вот вкратце то, что я вам хотел рассказать о выборе современных креплений для беговых лыж. Всем удачи, используйте качественный инвентарь и увидимся на лыжне.